команду Брагин Рейсинг Тим, и Дмитрий Брагин является для него тренером. Кстати, Михаил Симонов, возможно, поедет до конца сезона уже в российской серии кольцевых гонок, поскольку в ралли-кроссе в этом году, где он выступает, где его основной чемпионат, всего три этапа в чемпионате России. Поэтому вполне возможно, что Михаила Симонова мы увидим и на оставшихся этапах РСКГ. Отличная новость, очень быстрый, талантливый парень. Как быстрый, талантливые вот эти ребята. Мы видим потрясающую борьбу в исполнении Павла Кузьминова и Ивана Пугачева. Это сражение пилота из Санкт-Петербурга и Москвы. Битва двух столиц. И пока впереди петербуржец, но москвич вот здесь вот явно чуть лучше пройдет шпильку и вновь пронесет больше скорости через эски, чтобы напрямую вновь пытаться вернуть себе лидерство. А Сергей Емлев, пилот из Винниграда, еще, как мне кажется, к этой группе подъехал. Да, есть контратака опять по тому же сценарию. Чуть-чуть пробует Павла здесь налево. Павел закрывает внутреннюю дорожку. И вдоль Петуола остается Иван. И пробует больше скорости принести через прямую. Но вот здесь нет такого преимущества. Не удается ему, как мне кажется, здесь поравняться с Павлом. Хотя следующий поворот опять будет в пользу Ивана. Вот как раз в этом повороте Иван выходит на первую позицию. Все-таки Павла Кузьминова оттесняет на второе место. Но Павел не сдается. Павел сдается и вновь сейчас вернет себе лидерство, судя по всему, вот в этом внутреннем для себя повороте. Чуть-чуть несет на заднюю ось его автомобиля. Нет, здесь пока не получается. А вот здесь небольшая ошибка Ивана, и Павел идет внутрь. У него будет лучший выход, я полагаю. И, возможно, на следующий прямой к эскому. Нет. И посмотри, как там Ивлев просто на глазах вырастает в зеркалах заднего вида. 70 секунд игра запрошена. Круг, то здесь, как мне кажется, будет еще больше отыграно. Он совсем близкий, потому что это секунды 2, то и полторы. Он уже в одном повороте с этими ребятами. Я представляю, как сейчас бьется его сердце. Он видит, как перед ним это сражение. Он понимает, что он может достать их. Впереди еще явно будет один круг. И дикое количество попыток обгонов, наверное. Я не знаю, сколько у нас было смен лидера, сколько было на отсечке. А просто физически, я думаю, что несколько десятков точно. Просто в стиле гонок на овалах здесь борются ребята. Потрясающий класс, потрясающе напряженная борьба. Вы сами видите, как это интересно. Так, время гонки, я так понимаю, у нас вышло все-таки. Да, впереди единственный круг, и мы видим, что их становится практически трое. Вот здесь чуть хуже был Сергей, Иван и Павел пока от него на солидной дистанции. Павел продолжает лидировать. Специально здесь уходит чуть пошире. И посмотри, все, Емлев их догнал. У него лучше были эти повороты, пока они боролись между собой, и он их догоняет. Может быть, попробует в слипстриме что-то сделать напрямую, если хорошо выйдет из штопора. Так, что здесь? Заезд на питлейн, но они мимо, естественно, проносятся. И как здорово, прям напрямую посмотрел, да, гоняет Иван, да, Пугачев. Больше скорости здесь было явно Ивана Пугачева, чем на предыдущем круге. Но Павел сохраняет и пробует, я думаю, сейчас немножечко провести своего соперника, что называется. Но нет, очень корректно, оставляет ему достаточное место здесь в повороте. А следующий дальше? Поворот, второй, он опять правый у нас. И опять Иван Пугачев выходит на первую позицию. Они постоянно меняются, постоянно бок о бок идут. И Сергей к ним подъехал. Да, Сергей их догнал. У него явно первый сектор очень хорошо удается. Он прям на глазах приближался к ребятам. Может быть, чуть хуже он в стопоре. Но посмотри здесь, как близко. Он один из самых быстрых. И в Смоленске, и здесь. Но постоянные ошибки. Технические проблемы перед стартом второй гонки на Смоленске мешали пилоту из Винниграда показать себя. Он вчера был третий. Сегодня он тоже может быть третий. Но явно хочет больше. Он понимает, что он может больше. Но сейчас главное не горячиться, не ошибаться. Без столкновения завершить этот круг. Потому что и второе, и третье место — это хорошие очки. Все втроем здесь за пределами трассы используют всю ширину и даже больше. Посмотри, три машины в ряд. Мне практически. Мне кажется, по внешнему радиусу проходит разрушение в этой сложной секции. Иван Пугачев опять второй, но здесь по внешней попробует пройти. Очень-очень слишком много скорости, но неужели получится? Да, посмотри, больше скорости проносит через поворот, и Емлев еще быстрее, он уже атакует Пугачева. Сейчас будет быстрый левый газ в пол, и всего лишь одна шпилька, а то жесткое торможение, дальше газ, 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 горку. Пока остается вторым Иван Пугачев. Павел Кузьминов немножко отъехал в результате этой борьбы между Пугачевым и Сергеем Ивлевым. Я думаю, что Сергей спас Павла, потому что он здесь немножечко отвлек Ивана на эту борьбу. Но мы помним, что лучше-то выходил из штопора именно Пугачев. И, возможно, на отсечке он будет впереди перед Павлом. Да, у него явно лучший выход. Он вновь встает в слипстрим. Павел не знает, что ему делать, перекрывать или не прикрывать. Иван сидит в слипстриме до последнего. Посмотрим, кто из них выиграет гонку. Павел Кузьминов, 34 тысячные секунды, друзья, 34 тысячные, меньше половины десятки секунды
Вот это невероятно плотная борьба. Вот это фантастическая борьба. Очень корректная, да, местами жесткая, но это просто фантастика. И Санкт-Петербург выигрывает у нас вторую гонку в этом классе. Павел Кузьминов. Ну, знаешь, все-таки мне кажется, что эта гонка Шуркап была пока самая интересная. Согласен с тобой. Невероятная борьба. И браво Ивлев, который здорово у нас здесь смог очень подойти к этой группе и навязать борьбу. И Татьяна Добрынок, несмотря на ошибки, успела двоих соперников обогнать. Да, смотри, Тихомиров успел отогнать почти весь после штопора Ивана Пугачева. И каждый раз он атаковал Павла Кузьминова. Ну и вот эта борьба на последнем фактически круге дистанции между тремя автомобилями. И вот, посмотрите, финиш. Как близко. Как близко. Собственно, колесо от дистанции одного колеса.